Доброго времени суток. Игры, которые вы сейчас видите, они будут в основном все проиграны. В том плане, что будет видео на них, но, блин, это жесть. Я уже две сыграл, которые видите в папке справа снизу, слева снизу, вернее. И просто жесть, это абсолютно одна и та же дичь, которую я не понимаю. Поэтому пришлось мне, к сожалению, отказаться от идеи играть в нее. И надеюсь, что хотя бы одна из игр стрельнет, будет какие-то просмотры, там хотя бы 20, ну я буду. Когда игру, на которая мне понравилась, там где больше всего просмотров, буду, собственно, снимать. Эту игру я скачал, потому что аватар был как раз как будто ты герой меча, но это не так, это вообще какая-то история прям. Switch аккаунт. Давайте создадим аккаунт, и я вернусь. Вроде все, вроде готово. Вау. Ребят, мне уже нравится, потому что звучание очень красивое. И даже учитывая то, что я вошел при помощи Фейсбука, что-то они об этом... А, ну, я понял. Ну, тогда через мейл придет, скажите. Или через что еще здесь можно? Да, через мейл. Хотя давайте, ребят, позже, если мне игрушка понравится, то тогда давайте. А пока сыграем без регистрации. Так, история. Learned. История повествует нам о каких-то пришельцах, что ли? Silence. Инопланетянах. Ой, блин. Так, Voice in Air. Кто знает английский, переводите, потому что я... Часть понимаю, часть нет. Вау, уже прикольно. Уже выглядит классно. Парам-па-пам! Надеюсь, мне петь не придется, потому что я буду в офиге полном. Если мне скажут, дружище, пой, я скажу, идите лесом. Не врубаюсь, что они имеют в виду, показывай мне это дело. Вообще не врубаюсь. Ну, что же у нас тут будет интересненького, а? Па-парам-пам. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Я не врубаюсь, что происходит. Видимо, я не в ритм, короче, попадаю. Раз, два, три, четыре. Блин, слишком быстро. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я не врубаюсь, что происходит, ребят. Рейл. Я думал, все будет больше в ритм попадать, но здесь не совсем все так. Я, честно, вообще ничего не понял. Но примерно уже понял, с большего, по крайней мере, что... Когда стрелочки нужно было жать именно наверх, вниз, куда там показывал, а я тупил все это время. Ну, я ready, давайте. I'm ready. Yeah. Раз, два, три, четыре. Thank you.
Ребят, классно. Ой, рано. Здорово, ребята. Кто смотрел аниме «Слуги драконов», те, я думаю, прекрасно понимают, что данный голос очень похож на голос одной певицы. Классно, из этого аниме. Три, четыре. Вау, ребята, а что происходит? Вау. Могу сказать, это было классно. Честно, во-первых, тронула за душу песня сама. Надеюсь, авторскими правами тут правами здесь ничего не облегается. И меня не убьют. Ранг C, ребята. Офигеть. Секундочку. Так, отходил попить воды, а то совсем все плохо. Так, ранг, окей. Детали. Гармонично. Время и один фейл, ребят. Блин, прикольно. Ну, слушайте, мне нравится. Это здорово. А как? А, вот next вижу. Ребят, ну это здорово. Давайте скипать не будем. Всем, что интересно. Ну, ребят, это уже первая игра, в которую я готов играть, потому что она простенькая, она интересная, она визуально красивая, это песни здоровские. Шикарно, ребята. Это я помню, очень классно. Ага, то есть нажимай на сам дом, на саму локацию, дом будет одна и та же песня. Прикольно, давайте. Погнали. Следующую. Ready? Yes, I'm ready. Это, кстати, очень мне нравится вот такой стиль. Ха-ха!
Вау! Ну да, такие мне очень нравятся песни, ну, мелодии. Мне как барабанщику очень приятно слышать то, что я играю в ритм тарелки и бочки. Это вообще классно. Ха-ха-ха, ребят, жесть. Я что, безупречно прошел? Извините. Ой. Так, ну давайте детали глянем. Вроде бы безупречно. Да показывайте себя. Unlock аватар. Какой-то кристалл дали, аватар. Use аватар. Не будем. Мне мой нравится. Ребята, ни одного фейла. Прикольно. 100% максимальная комбо. Погнали дальше. Ой, ребята, я очень боюсь, что данная тема будет, конечно же, с авторскими правами, поэтому прежде чем выкладывать видео, я обязательно гляну на ютубе, так это или нет. Если нет, то все хорошо. Знаете, я, наверное, конечно, потом пожалею, что не читал сюжетку, потому что, может быть, она реально очень интересная. Ну что, давайте следующее. О, я такой не люблю, ребят. Такой я не очень люблю. Как говорится, кнутом да пряником, видимо, пряник уже был. Пришла пора кнута, ое. Ну что, ребят, скипаем. Дело такое. I'm ready. Раз, два, три, четыре. Джаз какой-то, блин, пошел. Блин. Заломал. Come on, she's up, hurry down, be right back.
месиво какое-то. Говорю, месиво какое-то, жесть просто полная. Вообще не понимаю, что происходит. Туда-сюда гоняют это колесо фортуны. Жесть. Песенка не понравилась, но вот именно динамика... Извините. Динамика была просто офигенной. Реально, ты такой сидишь, такой, но, блин. Влево, вправо, объединить, соединить. Да, там фейлы были у меня, но... Все было реально здорово. В плане вот именно динамики. Только это меня и устроило. Блин, время видео. Ну, давайте, ладно. Наверное, я на этом закончу, чтобы сильно телефон-то не нагревался уже. Благодарю за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Всем добра.